день, дорогие друзья, с вами Boston Tech, меня зовут Юрий Геннадий, у нас сегодня новое поступление МТЗ-3022 с минимальной работой в отличном состоянии, двигатель Toyota, немецкая фирма. Давайте теперь осмотрим сам трактор. Смотрите, дорогие друзья, резина абсолютно как новая сохранилась. Вон с хозяйства еще не проводили никакие работы, все выходы. Навесной цилиндры в идеальном состоянии. Здесь все хорошо. Навеска работает исправно. Передняя резина тоже в идеальном состоянии. Спереди тоже также присутствует навесное оборудование. Цилиндры, все. Лапы также выведены. Выходы гидравлики. Давайте посмотрим, что у него, как сохранился его салон. Салон также в прекрасном состоянии. Повторюсь еще раз, только забрали его. Хозяйство. Также перекидывается руль назад. Все, педали присутствуют. Также можно управлять в другую сторону. Все в хорошем состоянии. С кондиционером. Трактор сейчас будет произведена техническая диагностика. Химчистка салона. И всего остального. Дорогие друзья, данный трактор можно осмотреть в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Данный трактор также можно приобрести как в кредит, так и в лизинг, всего лишь по двум документам. Также как за наличный, безналичный расчет. Будем рады вас видеть у нас в гости, Boston Tech.